Все что-то меня в сортир тянет. Но, собственно, суть не в том, что здесь водится амфибия. А суть в том, что какие начитанные люди живут в городе Санкт-Петербурге. Заходишь в сортир, в коммунальной квартире, и смотрите, что здесь есть. Думаешь, Гоголь, мертвые души. Ну, господи, ну, наконец-то! Классику. Люди сидят в сортире, читают. Это же прекрасно. Потом ты так открываешь эту книжечку, а здесь вот что. А здесь мертвые страницы. Вот. Николай Васильевич, простите нас сердечно.